Зима раскрыла новые творческие способности староскольцев. Накануне вечером около 44-го дома в микрорайоне Олимпийский неизвестный талантливый скульптор вылепил из снега романтическую композицию. Брутальный снежный человек, у ног которого расположилась фигуристая возлюбленная. Фотографии необычного шедевра с утра появились в местных пабликах. Судя по комментариям, староскольцам такое творчество пришлось по душе. Правда, не всем. Уже после обеда снежной паре разрушили головы.